Вот я ходил на концерт товарища, как я его вот сейчас называю, ВИА Лиса, вокальный инструментальный ансамбль Лиса. А в народе Алиса. Ну, слушать это нельзя. Бубнят что-то барабаны с басом, что-то там ослик играет. И по, по поддельный Костя Кинчев, я сейчас просто думаю, что, скорее всего, что, правда, что 20 лет назад он попал в катастрофу и сгорел. Его подменили кем-то, потому что он ничего не помнит. Он пишет совершенно другую музыку, совершенно другие тексты, другой человек, понимаете? Тара, как была в свое время, помните, байка, что вот там Айзен спиц убил, значит, Цоя. А почему, откуда она пошла? Дело в том, что Айзен пригла... Спиц предложил тогда Марьяне, что у нее есть заготовленный двойник, что зачем бизнес прекращать, он будет петь вместо Цоя дальше, никто ничего не поймет, а Марьяша сказал: во, благодаря Марьяше мы знаем, что Цой умер. Так вот, могло быть такое, ничего, потому что три дня назад он заявил на передаче у этого Урганта, что альбом «Энергия» он записывал, оказывается, на мелодии, не помнит с кем, вообще ничего не помнит, потому что он все забывает об альбомах, кто рисовал, чего не знает, ну, это говорит, как что бы, другой человек, потому что вот я сегодня на каналу «Санкт-Петербург» показывал в студии покрытый пол проволокой и графитовым порошком на клею, который делал Кинчев дырку в стенке, там бил кувалдой. Он По полгода, больше, 8 месяцев писал. Он ко мне песню у меня записывал, больше шести месяцев в него, кстати. Он пел-то не очень так хорошо, и поэтому приходилось мучиться. Кстати, это касается не только, очень похабно пел Цой, прямо скажу. Это была целая проблема. Но в этом смысле Кинчи лучше, чем Цой пел. Не буду врать. Вот. Но все равно, значит, когда товарищ говорит, что вот такого не было, значит, это его подменили. Значит, его, это я, поэтому я всем всем сказал, надо провести генетическую экспертизу. А тот ли это Кинчев? Я не знаю. Кстати, Кинчев уже, по крайней мере, три года назад, когда у него брал или, там, четыре подписи в защиту Тропила, он подписывался советник по культуре патриарха Кирилла. И он не брал. Потому что он советник. Подменили. Потому что если он ничего не помнит, Другого объяснения нет. А потом проанализируйте музыку, которую он сейчас делает, слова, и вы поймете, что это другой Кинчев. Может, у него дактилоскопию взять какую-нибудь. Точно подменилась. Кто сгорел? Вот если вы сравните сейчас тексты, которые писалось в то время, и музыка, которая писалась сейчас, это абсолютно разная музыка, абсолютно разная, как бы, поэтика там все. И Кинчев на сам на себя не похож, посмотрите. Я думаю, что это, скорее всего, двойник. Ну, так, ну, 50-50. Я, конечно, так не Ну, ну вот, особенно после того, как он сказал, что он ничего То есть он на этом у урганта практически продемонстрировал то, что он абсолютно ничего не помнит о записи. Ничего. Понимаете? И вот если им показал там все, что. Мало того, у Урганта в руках пластинка, где написано, там, между прочим, там, драматизация, там все я с настоящим кинчивом. Мы же там все это а чьи-то... А чьи-то там шаги на лестнице. А, это нас арестовывать идут. А, ну, ну. Это же я и он разыгрываю. Да? Там Бадлера читаем, там он читает, кстати. Вот, значит, потом там всякие, с того света, там, это я же читаю. Значит, как бы, опять же, приглашал то она запись кого -то. там. Допустим, к скрипке играл, кусуль. Кто взял его из аквариума? Я. Кто пригласил саксофониста? А? Кто пригласил Курехина играть? Там же Курехин играет, между прочим, где не может Пон, жаль, 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 Поль Хана играет. Между прочим, вот. Кстати, в одной песне там Гусев подыгрывал, между прочим, из «Странных игр», между прочим, опять же, откуда это было все? Вот. И э, поэтому, когда человек говорит, я, а я, он сказал там, а я все как только альбом записал, сразу и забыл. А потом через 30 лет вспомнил, что пластинка-то, энергия, а, а группалистов времени не было. Задыри ушел, сказал, я отдельно, Али, вы не Алиса. И я был продюсером в то время этого коллектива, я его назвал «Доктор Кинчев товарищи, возьмите пластинку» первые полгода. И, и кассета шла, «Доктор Кинчевса, товарищи». Альбом назывался «Энергия Алиса». Это название альбома. Я делал оформление, делали два художника, Абатнина Смирнов. У меня с ними договор есть. Они сейчас развесили сделать афиши. А права на них у меня. И сейчас я Кинчеву вставлю иск на 10 миллионов рублей. Вот когда он споет, все готово. Потому что надо совесть иметь, вообще-то говоря. у него, похоже, нет. Вот у него 20 лет назад, когда он, тут появился его сменщик, появилось православие головного мозга. Вот оно у него есть до сих пор. К сожалению, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот, и, собственно говоря, просто с ним было, с тем Кинчевым было интересно работать. Он был творческая личность. Новый Кинчев личностью творческой не является. Это все. Сейчас как он говорит, пишет песню? Вот он написал какой-то текст, он посылает его ослику, клавишнику. Он там что-то сочиняет, посылает ему обратно. Вот потом там что-то смотрит этот самый, как его... Не самой, басгитарист как его... Не самой, как фамилия-то, господи. Самой, да. Самой, что басу смотрит, после чего приглашается группа НЭП. Из нее. Алиса-то нет, НЭП же играет. Ну, там еще этот самый из, 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 из группы, господи, земляне-гитарист. Неплохой, кажется, гитарист, но однообразный очень. И все играет всегда одно и то же. Ну, на мой взгляд, примерно. Ну, вот, получи, а что получается? А где рок-то? Где рок-музыка? Там локальный инструментальный ансамбль по полной схеме. Увы.